Так, тихо, братва. Я, конечно, понимаю, что вы... Блин, я что-то забыла, что они все у меня бежать будут, если честно. У меня же у ребятушек не у всех нафуручено оружие. Нормальное. Хотя нет, вру. Нормальное нафуручено на всех. Единственное, что я руну же поменяла. Я забыла реально, что они вот так вот будут бегать. Прикольно, вперед! А, они бутафорские, они с первого удара понимают. Ах, фигня, вопрос. Короче, играем от третьего лица, наслаждаемся. Ну атакуй, что ли? Так, ладно, пойдем в эту сторону. Красота. Иди сюда, скотина. Посостязаемся на очки. Так, вот ты не бутафорский, давай. Куда убежал-то, слышишь, Савран, предатель? Вернулся, передумал, обиделся. Предатель ему не понравился. И он опять убежал, ну ты посмотри. Тут, конечно, вот подстава, то что, блин, ты управляешь сам собой только и все. Минус. У меня ж тут меч, который нужен, да? Ну, в смысле, меч Дункана. А тут у меня что? Тут у меня, да. Этот, звезда, как там его? Звездный клык же стоит у Алистера, да? Я же все правильно сделала, я же не дура. Подожди. Да, все правильно. Обидно, что не дали как-то, знаете, перераспределить там, возможно, какие-нибудь вещички. С другой стороны, здесь бутафорские ребята. Так, туда или сюда? Не знаю. Знаете вот что? Я, кстати, так припоминаю, когда я играла первый раз, я что-то не помню, чтобы эти ребята были бутафорские. Я помню, что мне тут было больно в Денериме. А сейчас что-то как-то я этой боли не чувствую. Может быть, из-за того, что как бы кошмарный сон, они сделали как бы врагов жирными, но вот эту орду сделали на один раз, чтобы они с первого раза убивали. Они же как бы урон-то по-прежнему наносят такой же, да? Но... Да что ты не можешь атаковать-то? Потрясающе. Да стойте вы, господи! Но при этом, может быть, сделали специально всю эту толпу. Хотя нет, урон не такой же, что-то я протупила. Ну и смысл тогда? Кошмарный сон, враги умирают с первого удара. Как-то это несерьезно, ребят. С другой стороны, это затравка, возможно. Возможно, потом будет больнее. Ну, в смысле... Возможно, так было по умолчанию. Я не помню, честно. Ненавижу таких. Так, кто там еще жив-то, господи? Так, ну вы его сами... Нет, нифига, он жирненький. Нет, слушай, не жирненький. Да господи. Слушай, там тоже есть эти самые вражины. Вот мне бы туда сходить? С другой стороны, мои чувачки там, это же опасно. Да ладно, они умирают с первого удара. Вы их засчитать не можете, что ли? Шейла тут что-то потеряла. Стэн. Ой, смотрите, они вместе и собачка. Блин, как прикольно, да? Прям символично. Стэн же собачку любил. Так, стоп, господи. И этот... Ай. Слушайте, вы закончитесь... Вообще, кстати, по-моему, они тут бесконечно будут идти, нет? Мне вообще куда? Центр города. Мне, по-моему, туда. Пойдемте туда. Потому что они реально, по-моему, бесконечно будут идти. Я, к сожалению, не помню таких нюансов. Чё тут есть? Меня ж пустят туда. Чуваки, давайте быстрее уже. Серьезно. О, левел. Чё это он? Я не знаю вообще. Просто... Так.
Вперед, в центр города. Я ж туда иду вообще. Я не туда иду еще. Да куча. Вперед, в центр города, сказал Сэвен. Пошла вообще обратно по мосту. Прекрасный стратег, прекрасный тактик. Я буду на своем месте в роли главнокомандующего Алистерской армии. Какой король, такой главнокомандующий, блин. А, черт, это же... Почему нет-то? Это ж центр. О, видимо, их убить все-таки нужно. Блин, какие они долгие тогда получаются. Самое мерзотное, они умирают-то с первого удара. Ой, там огр, что ли, пришел? Что за звуки такие? Нет, не пришел. Ну чё? Задание обновлено. Аллилуйя, спасибо. Ты спас городские ворота, перебив скопившиеся перед ними враждебные тьмы. Тебе нужно поговорить с Иероданом, чтобы решить, как действовать дальше. Ну давай. О, господи. Вы сумели пробиться к воротам. Наши дела идут куда лучше, чем я ожидал. Скоро это изменится. И это называется лучше? Растреклятые наглые отродья. На каждого из нас приходится по три врага. Что нам теперь делать, Риордан? Я так понимаю, у тебя есть план? Войско долго не продержится, так что нам нужно поскорее добраться до Архидемона. Я предлагаю тебе взять с собой Алистера, еще двоих, но не больше, и пробиться в город. Все, кого ты не возьмешь с собой, останутся здесь и не дадут порождениям тьмы ворваться в город за нами по пятам. А ты не пойдешь? Мне придется идти отдельно. Если мы будем вместе, Архидемон почует нас раньше, чем мы будем готовы к бою. Нам нужно будет добраться до самого высокого места в городе. Думаю, что вершина форта Дракон подойдет. Вершина? Ты хочешь привлечь внимание дракона? У нас нет другого выхода, хотя должен вас предупредить. Как только мы нападем на чудовище, оно может призвать на помощь всех своих полководцев. Ну да. В Денериме я чую двоих. Тебе стоило бы разыскать их прежде, чем отправишься в форт Дракон. Я уверена, что если мы убьем этих полководцев, порождения тьмы не станут так оголтело безобразничать в городе. Но при этом можно попусту истратить время и силы, безуспешно пытаясь их разыскать. Так что решение за тобой. Ну тут да, либо зашатать их и потом чуть-чуть посвободнее себя чувствовать в битве с Архидемоном, либо пойти сразу к Архидемонам, и тогда они сразу все туда придут. Это, конечно, палка о двух концах. Я помню, я когда первый раз играла, я пошла мочить их всех, и я так и гребала. С другой стороны, я тогда играла на уровне сложности средняя, и я гребала, и мне было тяжело. А тут я играю на кошмаре, и мне насрать вообще. Поэтому мы пойдем сперва их зашатаем, а потом пойдем к Архидемону. Так, ты знаешь, где эти полководцы? Сейчас рядом с фортом Дракон нет ни одного из них. Но точнее сказать не могу. Вокруг слишком много порождений тьмы. Сейчас в городе уже есть несколько отрядов наших союзников. Если ты позовешь их, они смогут прийти к вам на помощь, но их силы будут ограничены. Итак, кого ты хочешь взять с собой в город? О боже, напугали дураки. Алистер? Да. Стена? Да. Морвин? Конечно. Справедливо. Остальным предстоит остаться здесь и не дать порождениям тьмы ворваться по пятам за нами в ворота. Кто будет ими командовать? А я помню, кстати, когда я первый раз проходила, я, по-моему, Стэна оставила, и его оставила командовать. Потому что, ну, он подходит. Огрны прежде водил солдат в бой. Отлично! Ну так давайте уже перейдем к самому главному. Отлично. Это вполне подойдет. Что бы ты ни совершил прежде, это не подготовило тебя к тому, что ждет впереди. Да? Забудьте, что вы изучали ранее, да? Так вот оно. Вот куда привело нас все, что нам выпало пережить. Что бы теперь ни случилось с нами, знай, я горда, бесконечно горда тем, что звала тебя другом. Прощай. И да сохранит тебя Создатель. Ми-ми-ми. Вот она, страж. Когда же кровью битвы сей и камень будет пьян, герои возвеличатся,
Да сгинут те, в ком изъян. Скопище изъянов, то есть я, приветствует тебя. Давай покажем им, чего мы стоим, а потом, чего стоят они. Итак, на очереди архидемон. Часть меня рада, что оно решило оставить меня здесь, в рот, но другая часть предчувствует недоброе. Я бы почти сказала, что беспокоюсь не за себя, а за кого-то другого, может, даже за спутника из мягкой смертной плоти. Но это было бы глупо, правда? Правда, так и... Шейла, я тоже беспокоюсь за тебя. Не раскалывайся. За меня? Но ведь не я выйду в бой против громадного дракона с одним только добросовестным заблуждением наперевес. И постарайся, чтобы тебя не заглотили целиком. Если чудище потом взлетит, и ему взбредет в голову облегчиться, все это, по иронии судьбы, наверняка шлепнется прямо на меня. Я этого не переживу. Ну что ж, я так понимаю, пора. Желаю тебе приятного штурма замка. Заботенька, не волнуйся, я скоро вернусь. Ты готов? Враги ждут. Готовы мы даровать им смерть, которую они просят у нас? Я готов, а ты? Мое место здесь. Что бы ни случилось, я не дрогну. Мы победим, глядя, как гибнет враг. Стоя плечом к плечу, так да. Вот он, конец. Мы дошли. Странно знать, что судьбы всех нас решатся через какие-нибудь пару часов. Как бы мне хотелось пойти с тобой. Так будет лучше. Я принимаю твое решение оставить меня здесь, хотя сама с радостью билась бы рядом с тобой, пусть даже до самой смерти. Ты был настоящим другом, и я очень на тебя рассержусь, если ты не вернешься. Береги себя. До скорой встречи. Идешь рубить башки драконам без меня? Ладно, ладно. Передай от меня привет архидемону. Он совсем перестал мне писать, и это так огорчительно. И присматривай за собой, не дай себя сожрать, если не решишь, что это необходимо для дела. Прежде чем мы отправимся на охоту за архидемоном, я хочу тебе кое-что сказать. Знаю, то, что сделала Морриган, должно нас спасти, но кто знает, можно ли ей доверять. Или доживем ли мы хотя бы до того, чтобы нанести последний удар. Я просто хочу, чтобы ты знал, для меня было большой честью сражаться рядом с тобой. Я чувствую то же самое, ты был хорошим другом. Давай найдем этого архидемона и надерем ему задницу. И не только. Итак, мы отправляемся в город вместе. Все так, как и должно быть. Когда все это закончится, неважно как, меня больше не будет. Ты ведь это понимаешь? Да, да, да. Еще я знаю, что есть DLC под названием Witch Hunt. Да, конечно. Я найду тебя, Морриган. Не думаю, что это будет разумно. Прежде чем мы отправимся, позволь кое-что тебе сказать. Угу. Я сделала глупость. Все это могло быть намного проще, и все-таки я нисколько не жалею о том, что между нами было. Я тебя никогда не забуду, любовь моя. А теперь пойдем и покончим с этим. Нас ждет архидемон. We level up! Господи, эпик. Ту-ду-ду. Так, фигачим куда-нибудь сюда, что-нибудь сюда. Неважно, двигаемся дальше. Сила богатырская. Тра-та-та. Тра-та-та. Чё взять-то, не знаю. Так, Морриган. Магия прям до упора давай. Ой, хорошо, что прямо перед этой битвой, если честно, вывалилась еще способность хранителя жизни. Это, конечно, штука замечательная. Но я ее чаще всего не успеваю применять. Поэтому нахрен ее. Если что, воскресить можно.
Силовое поле, воронка смерти. Что это тут еще там? Усыпление. Вот не знаю, блин. Слабость. Я не знаю, что мне взять. Землетрясение бесполезное, хренотня. Хранитель жизни тоже. Силовое поле, ну, опять же, не факт, что я успею. Усыплением. Ну, блин, то, что они просыпаются, если по ним сделаешь удар, это, конечно, отстойненько. Смысл вообще один удар, пропустить ману на это тратить. Давайте магию смерти возьмем. Пускай она ходит, восстанавливает ману посредством трупов, правда, блин. Куда мне теперь пихнуть эту способность, непонятно. Травничество надо убрать нафиг. Не то делаю. Где? Вот. Сразу подрубай. Ну, совсем немного отъедает. Ну и замечательно. Зато тропиков будем подпитываться добром всяким классным. Так, хорошо, замечательно, зашибись. Нам туда. Надеюсь, жители успели уплыть отсюда, прежде чем нахлынула орда. Бей безбожных ублюдков! А мы поставим тут! На тебя надеемся, страх! Ну ладно. Сохрани вас, Создатель! С Богом. Так, товарищи офицеры торгового квартала Эльфинаж. Сперва туда, естественно. Ой, я помню с этими офицерами, как я мучилась, как я мучилась. Ну вот эти вот разговоры, знаете, вот это пафосные заставки, потом разговоры вот эти вот последние, это круто. Что-то я нервничаю, у меня стопудово просто игра зависнет на Архидемоне, я прям чувствую это. Или раньше. Наверняка и раньше, и на Архидемоне дважды зависнет. Не может быть иначе, черт возьми. Я боюсь. Я не хочу туда. Так, стоп. Прежде чем мы куда-нибудь вообще сдвинемся, давайте-ка подключим. Вот это вот все уберем нафиг. Чтоб это все не мешало, чтоб все было красиво, чтоб я в бою не... Что же нажимать, куда бить? Вот это все убираем. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это... Все, зашибись. Включай. Включи. Нет. Это тоже интереснее. Так, ты тоже включил. Пускай у них будет ободрение. Так, бонус к защите, если взято в менее мотивации. Давай. Можно не повторять. Давай. Интересно, оно все-таки дублируется или нет? Вот где-то посмотреть. Это можно полноценно, нет? Не пишут, вот обидно, что не пишут. Сколько чего вообще? Потому что ну как-то не очень. Так, хорошо. Ну да, тут все готово. Стэн. Тебе бы тоже как-то. Слушай, а что такое? Требуется особая видовая способность. Нужна активная способность ярость берсерка. А. Ну простите. Включить, не включить? А чё нет-то? Так, зашибись. Неукротимость. Да ты слышишь? Вот это мы убираем. Я же нажала. А, оно включилось. Все хорошо. Просто звука не было. Все, подготовка завершена. С Богом. Так, ладно, сохранились. Можно идти. Так, начинается. Новая особенность. Голема. 4 голема. Посмеялись, что ли? 12 кого? Магов? 12 магов? Серьезно? Позволяет выбирать армии для развертывания в указанных областях. Каждая армия представлена значком. А может мы как-нибудь без армии? Это всего лишь 2 вонючих огра. Я пошел. 3 вонючих огра. Ой, кастует.
Кастует скотина такая. Сейчас мы его опрокинем. Нет, нифига, мы его заморозим сперва. Можно, конечно, взять, например, эльфов. Пускай постреливают. Хотя, блин, их тут что? Три огра, серьезно? Белых. Три белых, блин, огра. Обойдемся пока что. Заморозился, я надеюсь? Нет, что-то не хочет. Ладно, опрокинем. Ломаем броню. Ломаем мозги. Ломаем ноги. Говори мне, что делать. Не успел. Отлично, отлично. Жалко, кны помер. Так. Надо сейчас посмотреть, куда ты побежал. Стой. Сюда? О, ты упал! Я вас умоляю. Так, Морриган, твоя цель вот там вот стоит. Пожалуйста, занимайся ей. Вот этим вот чмом. Это про физический удар, наверное, все-таки говорилось, да? То, что каждый удар критический. Ну да, наверное. Какие указания? Что-то он опять там кастует по мне. Кастует, реально кастует. Замораживает тварь. Нет, показалось. Эй, я же сказал. А, не сработало, да? Ты умер? Красавчик. Что, запрыгнет? О, да, 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 да. Наплевать, у меня кадр, спасайтесь сами там как-нибудь, ребят. Что ты замер-то? А. Так. Нужно вот этого убить. Тюранчик, паралич тебя пробил. Что ж такое-то? Так, все, отпустила. Начинайте мочить козлов. Да, о, господи, красота-то везде и повсюду, слушай. Правда, немножечко забагованная красота. Но тем не менее. О, еще один красавчик бежит. Желтенький, да? Нет. Фигня. Лол. Ну, ладно, бывает. Случается. С кем? С кем не бывает-то? Еще один красавец. Господи. Это, видимо, кстати, потому что мы на кошмаре играем, потому что на моей памяти, может, я, конечно, плохо помню, по-моему, здесь были обычные враги и чуть-чуть огров. Один, по-моему, огр. Один жирный огр. А тут везде огры. Ой, напугали. Дюран, принимай на себя. Ты как-то очень неудобно встал, друг мой. Так, этот умер. Зашибись. Я даже ману на тебя тратить не буду. Хотя не, потрачу. Почему нет? До свидания. Ну, еще кто-нибудь? Не? Все? Не знаю, зачем я это подбираю. Генлок, что тебе? Отлично. Надо сохраниться. Надо не забывать после боя сохраняться, потому что убить-то, конечно, вряд ли убьют, хотя всякое бывает. Но вот зависы, вот они, да. Повозка, ориентир. Так тому и быть. Зачем я собираю это говно? Кстати, объяснит мне это. Так, кто там? Не могу понять. Так, еще один огр. Я постараюсь. Ну давай, давай, стреляй, что-то расслабился. А что, Морриган стоит-то у меня? С какого удара он упадет? Я завалю этого угра с одного удара, с одной ноты. Скажешь, так и будет. Да я же поменяла оружие, слышь.
Ну давай, давай. Ты офицер, что ли? О, здравствуйте. Подходите, сударь. Так, вон ваш дружбан. Ты там не маг, случайно? Нет, ты не маг. Это радует. Так, во-первых, включить. Посуны сюда. Морриган сюда. Чё ждать-то, пока оно подойдет? Ну, что я могу сказать? Что теперь? Мочить. Начинать с него, я думаю. Мужички будут держать строй, так сказать. Остынчик дамажить. Говори. Твою мать. Ой, нет, вот тут ты зря сюда пошел. Так, теперь главное, чтобы случайно этого Стена не задело. Давай быстрей. Ты умер. Ну, как-то ты неудачно умер. Хотя почему? Нормально он умер. Севен, ты зажралась. Так, все, валим этого товарища. Сейчас только немножко надо свалить. А, больно же. Кто это сделал? Не вижу. А, слона-то мы не приметили. Ну, бывает, да. Так, он почти умер, в принципе. Отстань еще раз. А чё стоим-то, господа? Вам чё, особенное приглашение нужно, я не пойму. Баран? Ну ты да, ты баран. Этого не отнимешь. Ай, сволочь. Слушайте, что-то как-то вот не нравится. Мне это... Морган, живи! Что прикажешь? Жить прикажу я тебе, только что сказала жену. Нет, не успел, слава богу. Как-нибудь можно вот так, чтобы не задевая, а? Ладно, отгребаем. Да, слушай. Ну ты дебил, что ли? Я пытаюсь тебя это самое заморозить, чтобы было по красоте. А ты мне все портишь. Сволочь такая. Заморозься. Мочите его. Мочите, говорю. Так, еще один. Господи, как вы меня задрали, слушайте. Желтенькие пошли. Ну ты посмотри. Прогресс просто. На лицо. Кстати, надо лечиться. Что бы с тобой сделать-то? Ой, сейчас не получится, не успеет она этого сделать. Ну да. Так тому и быть. Так, ладно. Ну что я могу сказать? Они мне надоели, если честно уже. Они идут и идут. С ними скучно. А! Алистер, ты чё? Как-то странно получилось. То есть вот он стоит, попадает, но на него как-то не очень. Но Алистера зато задело. Потрясающая всё-таки игра. Как ни крути. Так. Слушай, меня вот раздражает то, что между вот этими штуками нет пробела. Очень сильно. Ну что, еще один? Господи, иди сюда, я тебя сама зашатаю. Слушайте, они закончатся вообще, нет? Когда-нибудь? Че так долго-то? Мы уже офицера зашатали, сколько можно? Так, слушай, чувак, я все понимаю, конечно. Но чё ты... Ты уже умер практически. Уйди. Отвали, говорю. Всё? Аллилуйя.
пламенная руна мастера. Как жаль, что я никуда ее не впихну. Ух ты, ёперный, смотри-ка. 5 к ловкости, к броне, топор восхода. Главное, я никак не могу воткнуть эти руны. Может быть, это, конечно, будет возможность перед финальной битвой, но... Я вас умоляю. Так, все? Что в Огре? Есть что-нибудь в Огре? Где вход в Огра? Непонятно, где вход в Огра. Таран-таран-таран-таран-таран-та. Зачем я бегу к этим булыжникам? Непонятно. Да, так-то печально все. Вот он наш рынок, от которого ничего не осталось. Тут мы вроде тоже уже все закончили. Здесь никто больше не появится. Чистая бумага. Нахрена она нужна, господи, в этой игре? Если вы писали в комментариях, извиняйте, я не видела. Так. Нам сюда? Ну да. А чё, куда ещё-то? На-на-на-на-на-на-на. Слушайте, это как-то очень легко. Вот прям очень. Это должно быть так? Так, вот, я уже могу идти туда, но я туда не пойду. Я пойду в Эльфинаж. Я помню, кстати, Эльфинаж потненький. Хотя, я, господи, что я? Кого я обманула? Потненький Эльфинаж, конечно. Ну, там баррикадка. Я ее не люблю. Знаете, Dragon Age — это собрать армию и не пользоваться ей. Зато помню, когда я первый раз проходила, я прям реально огребала, у меня там армия все передохла вообще. Все умерли, все кто только можно. Почему так тяжело было? Вот. Странно. Может, уровень был небольшой, но, блин, я вроде тоже выполняла все задания, которые мне попадались. Что я делала не так? Очень странная хрень. Так, ладно, сохранение. Ой, ладненько, давайте на самом деле здесь переостановимся, потому что уже... Слушайте, Обливион. Во всей своей красе. Здесь переостановимся, потому что, как я уже говорила, будет финальное все поделено на несколько серий. И так уже несколько серий вышло. И, в общем-то, впереди у нас, наверное, еще 2, может быть, 3. Ну, посмотрим, как пойдет. В любом случае, надеюсь, что вам нравится. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Пишите, как вы в свое время здесь страдали, когда играли первый раз. Потому что я уверена, все, кто играл первый раз в Dragon Age, страдали, когда играли на среднем уровне сложности. И только потом начали понимать, что все не так плохо. Серьезно, кошмарный уровень сложности здесь вообще ни о чем. Ну, вы видите, что я вам рассказываю. В любом случае, надеюсь, что вам нравится. Что делаете, знаете. И до встречи в следующей серии. С вами была Сэм. Пока-пока.